крупная партия наркотиков, 15 килограммов амфетамина изъято в столице. Как сообщили в МВД, их перевозили в угнанной машине. Когда ее остановили для проверки, водитель очень нервничал и сам рассказал, что в автомобиле наркотики, которые он должен спрятать в различных местах на территории Москвы. На место прибыли кинологи. При осмотре собаки нашли запрещенные вещества в тайниках, в багажнике, под передним и задним сиденьями. Экспертиза подтвердила, что в пакетах амфетамин. Задержаны двое подозреваемых, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.